Всем привет, ребята! Вы на канале kukovimovie.rf, с вами Яша, и сегодня у нас будет с вами небольшой стрим по Бравл Старсу. Давайте начнем. Сегодня у нас продается Леончик, а также, ребята, скоро будет Мега Муха Беа. Вот такая вот у нас красоточка. Фух, ну что, давайте начинать наш стрим. Будем не фаниться, но будем рассказывать про что-то. Так, давайте поиграем пока. Давайте обсудим что-то. К примеру, во-первых, давайте обсудим, какие в игры вы... К примеру, вам нравится игра One Level, потому что скоро я закончу эту игру и будет вторая часть. Я вторую часть полностью не знаю, но знаю одно, то, что она есть. И то, что в третьей части появятся боссы. Также, ребята, у нас скоро будет большая игра. Поэтому я тоже устрою небольшой стримчик. Ой-ой-ой. Поэтому это первый стрим на канале. Поэтому поддержите меня лайком. Так, фух. Так, там у нас стоит Нита, и там еще Карл. Так, там Карл. Давайте его как-то заманим. Вот Була, к примеру. Вот иди... Ой, это Брок, точнее. Вот иди сюда. Да, иди сюда. Пс-пс-пс. Иди сюда. Блин, он не хочет. Ладно, давайте его тогда прибьем. Опа. Ой, да какого фига ты тут стоишь вообще? А ну, лови... штуки вот эти, мои минки. Ну все, это победа, ребята. Так, первая победа в нашем стримчике и плюс 10 кубков. У меня еще и квест выполняется, вот это уже хорошо. Так, какой там у нас квест? Я просто хочу уже большой ящик. У нас квест это... Какой у нас тут квест? О, в игре больше сыграть в большом Динамайке, и тогда я получу уже награду. В принципе... Я не могу не выполнять этот квест, потому что я сейчас получу большой ящик. Фух. Ой, ребята, у меня немного голоса хрип, поэтому говорите, слышно меня или нет. Так. Кидаем ящики. Динамиты. Так. И сюда еще. Так. Я знаю, что тут кто-то сидит, по-моему. Или... Да ладно. По-моему, там точно кто-то был, но мне кажется, я ошибся. Так, там... Блин. Вот я, ребят, я вам хочу сказать, вот какой-то бравлер продается в магазине, а потом все его покупают, и потом только и видно этого бравлера. К примеру, продается ли он, или он уже в игре? Так, ну, этому Леончику трындец. Блин, а не трындец, слушай. Пока. Блин. Я почти его замочил. Давай. Ну-ка. Блин, и как мне теперь его достать? Блин, надо как-то вот так кидать минки, да? Блин, его Бо убил. А сейчас он меня еще окружать начнет. Ну, не окружать, а бить. Блин, я понял его стратегию, блин. Он сейчас мины в меня кинет, а потом еще и сам меня домочит. Хитрый Бо. Еще и Дэрил. Крыса, блин. Ну ладно, ничего страшного. Все равно, по-моему, мы сейчас не получим награду. Так, и смотрим. Да. Нам еще осталось 10 жетончиков, чтобы получить награду. Поиграем вот за такой вот скинчик. Красный дракон Джесси. Которых еще до сих пор бесплатный в магазине. Поэтому, ребята, если вы же не начинали играть в Brawl Stars, у вас есть шанс забрать этот скин, если у вас есть Джесси только. Так. Забираем ящичек. Получаем баночку. И идем дальше. Так, тут у нас Джеки. Джеки. А ну иди сюда. Иди сюда, я сказал. Так. И... Так.
Блин, я не могу его атаковать. Так, так, так. Я правда не могу его атаковать. Что ж за фигня? Так. Так, так, так. Блин, а чек ульта. Вот это я уже боюсь. Кстати, крабчик же вышел. Поэтому мне... Кстати, на тебе. И булу. О, почти добил, почти. Давай, давай. Я не промахнусь только. Автоатака, давай. Так, значит, бул где-то тут или... Так, там у нас Шелли была. Но сейчас я... Как я буду с ним воевать, ребят? Ладно, я попробую. В принципе, если я буду держаться от него сдалека, то тогда все будет хорошо. Но мы проиграли. Уже плохо. Ну, ничего, ну не проиграли, но заняли второе место. Итак, и мы получаем 28 жетонов. Так. И сейчас мы будем собирать с вами большой ящик. 15 уровня. Поставили лайк, подписались на канал. Начнем. И ничего, ребята. Ладненько. Давайте тогда еще продолжать играть, обсуждать что-то. Ух, к примеру, я сегодня уже уезжаю из Сочи. Да, ребята, уже в некоторых видосах вы слышали, что в Сочи, о, против нас Вольт. И сегодня я уже уезжаю из Сочи с моей мамой, поэтому я завтра уже начну сниматься опять. Блин, так, 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 так. Надо его убить, надо его убить, надо его убить. Да блин, как? Этот Вольт просто стал на вор... А я подумал, мы забьем и меня добивают. Так. Хорошо, хорошо, хорошо. Я возродился и пошел забивать гол. Ну, не забивать, но брать мячик и забивать гол. Да, конечно, жестко, что он против нас Вольт, потому что это жесткий бравлер. Пока. Блин! О, ну неплохо. Кирилл, ты молодец, ты забил гол. Ульта, а у меня ульта. Блин, Тара все испортила, жесткач. Блин, она еще нам гол забила. Нормально? Мне кажется, это ненормально. Ну блин, из-за нее. Так, что я говорю вообще? Это у нас режим битвы против друг против друга. И это создан Brawl Stars, поэтому... Блин, у него... Он сейчас начнет быстро бегать. Вот это плохо, вот это плохо. Так, так, так. Надо его убить, надо его... Блин, ну все, это трындец, ребята. Это стопроцентный трындец. Еще и Брок нам ворота разбил. Какого фига он это делал? Ну куда ты бежишь нам с воротами? Блин, нам надо этого Вольта замочить, иначе если... Блин, у него все уже суперспособности есть. Трындец полный. Так. Фух, мы не сдаемся, ребята. У нас есть шансы на победу. Так, так, у нас есть шансы, ребятки. У нас есть шансы. Мы не сдаемся. Мы не сдаемся. Мы не сдаем. Ну, хотя уже можно сдаться. Ну все, ребят, это трындец просто какой-то. Да уж, поиграли в Brawl Ball за кольта. Ладно, не разочаровываемся. Мы еще играть будем. К примеру, поиграем еще за Карла. Попробуем за Карла победить в Brawl Ball. Начнем. Так, так, так. У нас тут Поко, Роза и Эль Примо. Так, 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 убиваем, 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 так, 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 блин, 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 давай, 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 нет, я не смог, что ж такое, ладно, мы сейчас 100% забьем, так. Так, 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 так. Я беру мяч, иду к воротам. Я уношу мячик. Так, 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 так.
Так, продукты я положила. так, 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 Все, так, уходим? так, Да. так, Хорошо. так, так, да блин, что ж такое-то, что такое-то, что ж такое, ну все, ребята, ладно, ребята, наш мини-стрим закончился, всем пока. Все, котенок, проверяй вещи. Чего вы, блин, все вошли в номер?